Пацаны, всем привет, с вами Булки, сейчас все расскажу, всех приветствую, короче, вот прямо сейчас, тут я просто отходил, короче, выхожу, захожу, едем к дому, так, сейчас я все, друзья, да-да-да, короче, провинция, все дела, пятый сервер, сейчас, а где территориально он находится? Блин, вот сейчас вот может быть очень опасно, потому что, возможно, сейчас меня разведут. Вы сначала, я бы хотел... посмотреть сначала дом вживую, а потом мы бы обсудили цену. Плюс ко всему, я не знаю месторасположение. Короче, ребят, значит, во-первых, я извиняюсь, что давно не было расположения. Извиняюсь, давно, что не было серий. Я честно вам скажу, почему их не было, потому что... Блять, короче... Я просто не... Ну, у меня не хватает времени, чтобы самому здесь развиваться. Поэтому, ребят, вы меня, может, сейчас не очень, конечно... Что, прям тут? Серьезно, блядь? А, так это квартира, а не дом. Что, мы приехали уже? Я, короче, принял решение, что хотя бы дом. Давайте я на те деньги, которые мне уже скинули, там у меня в районе ляма, я хочу купить. Я, короче, думал, сейчас буду пиздец искать. Хотел ехать в Мирный, во-первых, чтобы поменять свой спаун, чтобы мне было удобнее работать на монорельсе. Но... Я вышел буквально с вокзала, и вот здесь стоит Ашот Тазович, который вот на Пассате. Я слышал, он пишет, продаю дом. Я подхожу, типа, здрасте, типа, все дела, вот. И, короче, отходил просто на минуту, мне надо было. Говорю, подождите, пожалуйста, ну, в этот, в нон-рп-чат. Че, мы так будем идти еще? Вот, и я, короче, ребят, я думаю, это правильное решение, и вы меня поймете. Ну, потому что иначе, вот, и почему я не снимал, я не знал, что. То есть, типа, на монорельсе опять работать? Ну, пиздец, типа. Я, ну, не могу вот так вот заходить, мне не хватает времени. Вы сами видите, сколько я за видосов записываю, снимаю, все в реальной жизни и так далее. Поэтому, пацаны, давайте хотя бы дом я куплю на эти деньги, а все остальное тачку, то есть я не буду там это, все. Тем более, сейчас я не знаю, сколько стоит дом. И вот... Что, блядь, домофон, серьезно? Такое, блядь. Так, подождите, а это зеленый, это у нас Нивгу? Цена 890 тысяч, свободен. А, такие свободные. Бля, у меня такое ощущение, что он сейчас... Я первый раз, если что, сейчас. Что написано? Наймите. Я не вижу, что там написано. Звуки лифта, ебать! Даже лифт работает. Ого. Это какого года дом? Какого года постройка дома? Постройка дома. Короче, я вот реально, я думал, блять, как я сейчас буду искать вот, блин, ну меня сейчас может просто чувак развести, потому что если тем более он меня узнал, он вряд ли, ну, он тем более поймет, что я типа не шарю по ценам и типа знает, что у меня есть бабки прошлого. А, новостройка. Новостройка, можно сказать. Ебать, мы... Ё-моё. Охуеть. Вы прикиньте, реально лифты. Так, так, так. А, 400 тысяч. На первом этаже дешевле? 480. Так, 300 тысяч гос. А мы можем зайти внутрь? Так. Ну, слушайте, если... Так я думал, вообще дороже будет. Короче, я помню, что вы мне писали, что, типа, самые дешевые дома точно не в Невском. Но я не заходил ни разу. То есть я сейчас первый... Там не убрано, да ничего страшного. Блин, чувак классный на самом деле. Я отвечаю, это типа, ну, я реально зашел, и чувак стоял, кричал, продаю дом. Типа, ну, мы не спланировали там заранее или что-то еще. А... Позвонить дверь. Ха-ха-ха, нихуя себе! Че, серьезно, блядь? А, так. Блин, я сейчас на самом деле очень... То есть я в крайнем случае могу вообще по ГОСу купить за 480. Да ну, а, подождите, может я не понимаю, может я могу зайти как-то, нет? Но F5, типа... закрыть дверь, мне больше нравится, позвонить. Может я должен как-то пройти, типа, на кнопку? Как зайти-то? Ой. Пацаны, ну типа если... Смотрите, ну чисто логически, он не будет же продавать его за 450. Ну типа за 4... F5, так я не могу, там нет у меня зайти. Там только позвонить в дверь можно. Так он должен же открыть, по идее, может быть. Я правильно все делал? Типа, наверное, я звоню в дверь, он не открывает, нет?
Бля, мне очень нравится, что все пошло не по плану в лучшую сторону. Потому что я предполагал, что это будет так. Я сейчас буду искать чувака, который согласится меня повозить. Может быть, покататься. Поедем, может быть, чуть подзаработаем на монорельс. А тут реально сразу чувак вот. Очень повезло, реально. Если мы сейчас еще дом купим, ребят, ну я надеюсь, вы меня поймете. Ну серьезно, тогда уже, когда дом будет, это будет легче, по крайней мере. Правда, так что я не понимаю, я звоню, блядь. Мне кажется, он тоже просто никого закрыть. Что такое закрыть? Вы не владеете. Я понимаю. А, блядь, войти! Я О боже мой, какой я дебил, ребят. Ну это сразу просто. Ебать, хрущевка, нахуй! Так. Вот кухня. Так, 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 подождите. Охуеть, интерьер просто, ебать, я первый раз такое вижу. Чисто как будто попал реально новый холодильник. Так, а почему решили продать? А почему решили продать-то? Интересно просто. Чё за фигня-то? Туалет такой, бля, охуеть. Ну типа однушка просто самая бичевская, можно сказать, это гостиная. А, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, да хуеще же, наверное, интерьеров разных. Я просто, блин, как пиздато, наверное, какую-нибудь хату посмотреть пиздатую. Бля, охуенно, реально, вот, ну, типа, на дом я, в принципе, чисто теоретически за это время мог накопить. То есть, если представим реальную жизнь, ну, типа, вот на такую вот самую бичевскую квартиру. И буду в Приволжье перебираться. Так, ну, слушайте, нам бы, конечно, тоже в Мирном хату купить, блядь, но я думаю, там дороже, наверное, хотя, с другой стороны, мне просто... ну, вроде бы неплохо, вроде бы неплохо. А сколько хотите-то? Хотите-то за эту хату? А сколько хотите-то за эту хату? Такой, знаете, прямо такой проныра, такой, знаете, молодой шкет какой-то, такой пацанчик, видно, сам, блядь, там что-то с владельцем этой хаты сделал, блядь, нехорошее, отжал эту хату, блядь. А сколько у вас есть? Нет, давайте лучше вы назовете цену, и от нее... Будем отталкиваться. Типа, ну да, вы же хозяин. Вы и вправе назвать цену. Так, ребят, ну слушайте, в принципе, я думаю, что продать ее не проблема. Да нет уж, давайте ваше слово сначала. Я-то тем более, блядь, я не знаю, ну типа нелогично будет, если он предложит 400 с хуем. Вот стоит там соседская квартира за 480. И тогда уж мне проще поехать в Мирный и там по ГОСу тоже слоить. Если уж в Невском остались еще по ГОСу дома. 300... А! Ха! Я думаю, что мы с вами нашли общий язык. Ребят... Типа 10к навара, серьезно? То есть это типа нормально? Или напишите сразу в комментарии, чувак, типа из-за того, что меня просто узнал, мне 10к только наваривает. Все квартиры, ну как сказать, там рядом что-то 400 стоит, ну ладно. Короче, либо, ну ГОС 300 же написано, правильно? Давайте, хорошо, оформляем. Только у меня деньги в банке. Нужно туда смотаться. Да, по рукам. Ребят, ну типа, блин, я, конечно, может быть, и нашел бы за 300 по ГОСу, хотя вряд ли. Просто, когда вы мне писали в комментариях, вы писали, что там почти все раскуплено, я думал, вообще беда с этим. Я такой думаю, блядь, ну типа 1800 год, а тут вообще по ГОСу стоят домики, реально. Охуеть, лифт еще, блядь, просто, смотрите, за 480, вот, пожалуйста, я не знаю, может быть, там, конечно, интерьер такой же. Блядь. Лифт, конечно, меня просто... Лифт меня просто, конечно, блядь, убил. В хорошем смысле. Ебать. Охуеть. Я просто, блядь... Вы заметили, что в провинции я играю, и у меня улыбка, блядь, иногда не спадает. Вот экскурсия, там все эти мелочи. Ну это пиздец, реально, это круто очень. И опять же, я уже заебался про это говорить, но я представляю себя, скажем... Ну вот реально, лет мне, допустим, если бы 13 было, я бы просто охуел бы. Ну, блядь, это же мечта, просто моя мечта в детстве, чтобы где-то вот копия, типа, Питера, российского любого города, чтобы хорошо иметь дело с такими людьми. Улыбается. Да, блядь, если я улыбнусь, мне, блядь, у меня пиздец алкаш, на самом деле, персонаж. Персонаж алкаш. Так, пацаны, короче, сейчас едем до банка, но я надеюсь, вы реально, ну, поддержите эту идею, потому что, ну, типа, я бичар и уже задолбался быть. Типа, да, я опять же говорю, не скидывайте деньги, вот все, мы сейчас это тратим.
Остальное, блядь, я вот прям буду вот, вот начинать, блядь, с Жигулей каких-нибудь и так далее. То есть не хочу, не хочу на иномарку сразу. Хотя вот у чела Пассат, куда он его дел? Он исчез? А, не, вон, стоит. Как он появился-то? Блядь, такой реально, знаете, вот, сука, атмосферно. Вот реально, даже скин у него такой прям вот, блядь, как будто чел реально отжал хату каким-то образом. Такой, ну типа, блядь, да я тут такой вот, ну как бы тут не убрано, блядь, там, после драки с прошлым хозяином, так скажем. И как бы, ну типа, 310 ездит на Пассате. А чё, в принципе, если так представить, в 90-х на Пассатах ездили такие, знаете, как раз шпана всякая. То есть это было круто, но в то же время, конечно, не 140-й. И как бы такие начинающие, это что-то между восьмерочкой было. И как раз таки уже там Мерседеса, может быть, Е190 каким-нибудь. Так что, такой прям, знаете, ну-ка, как там внутри все это выглядит? А такой шкет, блядь, такой реально, смотрите, типа, бля, такой нормально, бля. Бля, охуенно, сука, атмосферно, пиздец, на самом деле. Нихуя у него там... Я думаю, что? А, не, нормально, мне показалось. Так, чё, мы в банк, получается, едем? Бля, синий салон такой еще. Чисто, знаете, еще шансон нужно, чтобы играл здесь, вообще пиздец будет. Так, ребят, ну все, я надеюсь, это, реально, вы, ну, поддержите. В принципе, опять же, я думал, что я потрачу... Тут еще даже лучшая ситуация, реально думал, что я сейчас потрачу все бабки. Типа, за 800 куплю. А тут 310, то есть, по сути, я почти... Ну, конечно, не почти. Ну, если представим, что я хуячил на монорельсе, я бы уже... Чего? Дальше... А, надо вспомнить, где банк. Так, в горы, в порту на... водой организованной площадке вы можете продать, купить транспортное средство. Ой, мне до этого еще далеко. Надо вспомнить, где банк. Ну, я могу только посмеяться, потому что я тем более не знаю, где банк. Но я помню, где он находится, ну, территориально. Я думаю, что GPS в помощь нет. Тут же есть. По-любому банк. Слушайте, а я так понимаю, что зеленые-то это и есть, в принципе, дома. Ну, квартиры, где по ГОСу. Не, чувак просто десятку, типа, заработал. Я так понимаю, правильно же? Он купил по ГОСу за 300, но это дешево. Потому что я почему-то вспоминаю комментарии. Может быть, я, конечно, что-то неправильно понял. Вы когда писали, вы писали, что... Типа, сейчас 400-800. У меня вот эта цифра в голове. Типа, за 400, если повезет, чуть ли... О, через сплошную, нормально. Бля, тут, конечно, я представил на Дворцовую повернуть через сплошную. Такое себе дело. Вон, банк на той стороне. Поэтому, блин, я, по-моему, сейчас, ну, в принципе, ну, типа... Не, наверное, если бы я не встретил этого чела, я бы купил, типа, психанул за 400 с хуем по ГОСу бы нашел. И, наверное, это было бы в мирном. Так даже, может быть, и хорошо, что у меня, конечно, хата в Питере, но, блядь. Слушайте, ну, мы в следующей серии покупаем первую тачку, типа, самую бомжачью, чтобы передвигаться до того же мирного, я мог работать на том же монорельсе, пока у меня не накопится опыта, чтобы работать уже там дальше в метро или где там, получается. Я уже забыл все. Вот, поэтому, ребят, сорян, что не было давно серии, ну реально, я просто думаю, блядь, ну типа надо качнуть, там, и просто, ну реально времени по нулям. Вот копейку черную себе возьму и все, блядь. На самом деле надо это, себе скин тоже подобный взять, типа, а то я какой-то старпер. Подвезти куда-нибудь надо? Не-не-не, спасибо. Ладно, давай. Молодые зарабатывают, молодые, такие на копеечку. Слушайте, а тут, кстати, очень, мне кажется... Популярна такая тема, что, типа, ну, этот самый, ты сам, типа, таксуешь на своей личной тачке. Потому что таксисты иногда хрен дождешься, а тут получается, булка, ау, ау. Так, я сейчас... Че-че? Это он кому, ко мне обращается? Так, подождите, ребят, сейчас... А, у меня же еще вклад, у меня уже 1 022 000, блять, ну мне, типа, могли... А я как посмотреть, кстати, вообще, типа... Тут нету, у меня было меньше, кстати. Наличные 20 тысяч процентов. Не, это могло накопиться, типа. У меня было меньше миллиона, слушайте, точно, вы так. Знаете, как номера поменять? Это я поход получил, и хочешь другие. Так, или 300... Давайте 350 сниму, все. Больше я не трогаю. Это, типа, с учетом того, что... Хотя, блядь, у меня же... Ну, моих да, сколько заработано? Да. Около сотки было, да? Ну, типа, окей, пока так. Так, все, сейчас, секунду, деньги. Деньги на руках должны быть. Деньги на руках должны быть. А, что, Саня, ты? А, чувак, по-моему, только сейчас понял, что это. Саня, Саня, ты? Санек, ты что ли? Не узнал, что ли? Это я. Это я. Оказывается, чувак, ты меня и не узнал, ребят. Прикиньте. То есть он даже и не понял сначала, что это я. Серия.
Да. Вдвоем сразу спросили. Погнали. Погнали домик. Ой, хату твою выкупать. А, выйти, кстати, вот не знаю. Ну такое. Чувак реально не узнал меня, прикиньте, оказывается, за это время. А, сегодня или могу завтра. Хату продать, если надо. Что-что? Я могу хату продать. Да я вот уже нашел. Сейчас поеду покупать. А, понятно. Так что спасибо. Ну, удачки тебе, давай. Спасибо, давай. Поехали, все, погнали, пацаны. Сейчас случится то, чего мы... Так, погнали. Вольвешник стоит такой. Блин, чувак, сейчас смотрите, а он, блин, а я думал, знаете, он меня узнал, типа, передо мной еще, типа, так, знаете, ходит, типа, спокойно. Это прикольно, кстати. Понятно, что, типа, время, но, блин, если никуда не торопиться, то так, по-моему, даже круче. Ну, типа, пизда... Ёбану. Стоп. Это... А, я понял. Санечек, привет. Егор, который Игорь. Я тут хату покупаю. Так, для тебя предоставлено. Да, спасибо. У меня тут сделка. Давай за нами, я на пассате. А я хотел тебе свою продать. Блин, ну. Блин, я забыл, он Игорь или Егор? И он тогда объяснял, типа, я так и не понял. Меня кто-то ударил. Нечаянно, извините. Нормально. Так, ну чё? Блин, уже поздно. Ну, типа, блин, я договорился уже с челом, будет. У меня за 270к полетели. Я уже договорился с челом... За 310к как-то будет не по понятиям. Ну, типа, блин, ну я, ну, чё, уже договорились. Спасибо, конечно. Я как раз ещё думал, блин, типа, мы это... По-любому пересечемся. И сколько у тебя тачек, я не понимаю. Просто, типа, ну, за... Ну, всё, ну я же не буду сейчас отказываться от чувака. Ну, чувак, типа, мы уже только что... Потом предлагаю съездить на УЖД. Это что такое? Посмотришь работку. А, окей. УЖД, железнодорожная. Железная дорога, блядь. Какая-то уёбищная железная дорога, я не знаю, Так, пацаны, ну все. Блин, я забыл реально. Сорян, короче, Игорь или Егор? Он тогда объяснял, подождите, он был сначала Игорем, потом Егором, потом Игорем. В итоге он Игорь. Или он сначала был Егором, потом Игорем стал и остался Игорем. И в итоге он Егор. Короче, я запутался, я не знаю. Так. Опа, задний ход, аккуратно. Опа, блядь, чуть... Бля, моей стороной! Ну что такое, я не понимаю? Вот развелись водилы, понимаешь ли? Я тут справа сижу, сейчас бы моей стороной. Бабамс, блядь, такси-то не тормози. Не тормози, что не тормозит. Так, деньги же... А я так прослушал. Деньги на руках же должны быть? Я за вами. Так, окей. Все нормально, едем. Ну, ГТР, конечно, не конкуренции, понятное дело. Ну, пацаны, типа, нормальная тема. А я еще думал, блин, встречу, не встречу, типа... И вот встретил как раз. А как он нашел, кстати? Тоже в провинции, типа, можно находить по этому самому? Я лагаю, пиздец. Ничего страшного, нормально все. Так, нифига, круз черный. Серый, точнее, затонированный. Нормально. А, не, затонированный. Так. Пацаны, короче, это самое. Ну, правильно же я, да? Ну, типа, с чуваком же договорились. Конечно, спасибо большое Игорю или... Блин, я все-таки Игорю, все, Игорь. Или Егор. Я забыл, блядь. Я специально же в прошлой серии объяснял. Спасибо за предложение. Ну, типа, вот. Ну, я считаю, что так правильнее будет. Так, все, мы едем до дома, ребят. Ну, че, пацаны? Так, знаете, сравни... Такой нифига Игорек такой, пацанчик в очочках такой, красавчик, блин. Вообще, да, такой контраст. Темно-синий ГТР и темно-синий тоже, в принципе, Passat. Такие бандюки просто идут. Бля, ну ничего, ребят, мы тоже потихонечку, постепенечку, как бы, доберемся до тоже спорткаров всяких. Ну, блин, мне наоборот даже по кайфу будет какую-нибудь копью взять. Как раз салон тут рядом. Выкатим, прям под домом, понимаешь ли, будет у нас это самое. Автосалон. А че. Смотрите, Игорь из-за того, что накачанный, он идет быстрее. Такой спортсмен. Я такой уже, бля, сутулый, бля, алкашонок такой.
Сука, звуки, как можно было до этого додуматься? Звуки домофонов, звуки лифта, это же просто, это же пиздец. Интересно, а где у Игоря была хата? Блин, типа, ну в Питере, конечно, не, я понимаете, я хотел, типа, взять хату в Мирном, чтобы работать рядом с монорельсом, чтобы каждый раз не ездить. Вот, а потом продать ее, взять все равно в Питере, ну, типа, в Невском, но ладно уж, как бы. Я вот не знаю, где у Игоря, конечно, была хата. Бля, такие... Господа, передай привет. Ашот, привет тебе. Ты и так уже сегодня, в принципе, король серии. Получается. Уже. Так, сначала поедем в салон Мирного, потом через Приволж. Но это может быть уже в следующей серии будет. У нас сегодня все-таки сейчас надо с хатой разобраться. Главное, чтобы это... Что там? Там, я знаю, ЖКХ есть, и поплачиваются они в банке, и там списываются что-то раз в неделю. По-моему, с понедельника по вторник. Это я как раз изучил на сайте этого, как его, Провинс.Инфо. Там, типа, все расписано специально. Я как, знаете, я как ботаник просто изучил все специально, чтобы все быть в курсе всех дел. И как бы все окей, чтобы не проебаться нигде. Вот, поэтому я не знаю, сразу надо оплачивать что-то или нет. Дом открыт. Я что-то, бля, как я мог не увидеть эту надпись открыто? Ой, фу, войти, блядь. Звуки, конечно, просто. Так, а! У меня тут есть 7 в соседнем доме. Ну ладно уж. С человеком первее договорился. Так, свобод... По-моему, кто-то его в гос слил только что. Блять. А 10 тысяч я ему должен передать будут, получается, да? Он его в гос случайно слил. А, ну, buy house, нет? Buy house. Так. Ты сколько получил? Получил за то, что в гос слил. Спасибо, ребят. Блядь, кто-то в дверь звонит. Сейчас, секунду одну. Так, ребят, все. Я вернулся, не надо давать подарок. Блять, он 280 получил. Подарок. Блин. Ну, блин, нет. 10к я тебе точно... точно... Нет, какие 10? 30к. 30к твои точно. Я даже не смотрел, что это ты. Да какая разница? Нет, все, мы же договорились на 310. Значит, 310. Все. Какие вопросы? Тем более он 208 сейчас получил за то, что слил. Так, а как? Можно сейчас в руки передать? А, можно же, да? Pay. Pay. 198. 30. Раз, два, три. Блять. По 5000, что ли, каждый раз? Или там ограничение будет какое-нибудь? 5. Pay. 198. 5. Блять! Сука! Pay 198. 5. Раз. 2. 3. Pay. Pay. 198. 5. Раз. 2. 3. Нормально. Pay. 198. 5. Раз, два, три. Нормально. Так, подождите, сейчас лишнего, чтобы не накинуть. Пять. Раз, два, три. Нормально. У меня, знаете, как у меня проходит 3 секунды, это самое, пока я пишу, типа. Так, еще сколько? 10, 20. Серия сегодня или завтра. А, так. Бля, я опять забыл. Давайте спросим все-таки. Ты Егор, Егор или Игорь? Сейчас, друзья, у меня же я еще забыл, был план. Егор. Точно. Егор, типа, вспомнил. Если что, ну прости, реально забыл. Поехали в банк. Мне нужно с тобой там кое-что сделать. Кое-что сделать. А я Игорь. А вот и решили, блять. Нормально. Так, погнали в банк. Все, Ашот Тазович, спасибо, то бишь Игорь тебе. Так, ребят, короче, знаете, что я хочу? Дело в том, что вы написали в комментариях, что... И вы правильно сделали. Так, а что нужно нажать? F? Какой нахуй джойстик 4? Enter, F. Короче, нормально.
Спасибо, спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо еще раз. Так, короче, ребят, я сейчас хочу из этой суммы, которая у меня в банке. А, да, во-первых, еще та сумма, вот которая уже там есть, вы идею хорошую подкинули, что в дальнейшем можно устраивать розыгрыши. Типа я покупать буду тачку какую-то, ну типа простенькую, но все равно разыгрывать. Поэтому, ребят, вы красавчики, что придумали. И вы точно подсказали, я что-то не догадался, просто... Нет, я-то, конечно, догадался, но просто мне кажется, что Егору нафиг не надо это, но я это сделаю, потому что вы правы. Я сейчас поеду в банк и дам 1200 Егору за то, что он мне помог, помог, покатал... Рассказал, ну типа, блин, если бы не он, я многого бы не знал. Ну типа просто за то, что он, ну или, ну типа я не знаю, просто для него, мне кажется, эти деньги вообще ничего не значат. И типа, ну, по-моему, он даже, он же и скидывал какую-то сумму, если я не ошибаюсь. Ну короче, даже, ну типа, блин, ну просто не жалко реально. Просто реально подарю ему, потому что это первый человек, пока не знаю, может даже сегодня. Это просто первый человек, которого я встретил, который адекватно все показал, рассказал, не нарушал правила, все показывал, рассказывал, меня здесь провел, подвозил. Все, вот, ну вы сами видели. И это ваше было предложение. На этом наши пути расходятся. Еще раз благодарю за сделку. Еще увидимся. До встречи. Ну, может быть. Всего доброго. Все. Давай, удачи, еще увидимся. Надеюсь. Блин, ну нормально у тебя пассатик такой. Так, пацаны, а теперь можно, так как мы пересели на более быструю машину, сейчас, короче, до банка. И я реально, ну типа, мне не жалко, тем более эти деньги вообще не мной заработаны. То есть это кто-то... Я вот опять забыл. Подождите, Егор же нам, по-моему, тоже скидывал деньги. Он сейчас, конечно, скажет, скорее всего, что они ему не нужны, типа, у него так все есть и так далее. Но я думаю, что часть я ему все равно должен, просто ради... У меня сейчас лагать будет пиздец. Да пофиг. Поэтому, ребят, кто посчитает, что я правильно сделал, ставьте лайк. А остальная сумма, которая у нас останется, мы уже на розыгрыш поставим. Так, пацаны, сейчас, секунду. Не-не-не, ничего не нужно. Еще раз спасибо. Короче, Ашот хотел сделать подарок, типа, в банке. Я говорю, не надо. Мы еще там каких-то пацанов подобрали. Точнее, вот они к Ашоту сели. Вот. И я так понимаю, они тоже хотели вроде как какой-то подарок. Я вот тут сейчас, видите, писал, не-не, никаких подарков не надо. Типа, большое спасибо. То есть я прям вот, ну, ребят, не нужно вообще ничего там, не надо мне со супер скидкой отдавать тачки, не нужно мне ничего продавать, все как бы это, пусть все само. Сейчас мы Егору подарим бабки, остальное, значит, остается, опять же, на дальнейшее в розыгрыш, то есть я буду покупать какие-нибудь машины, там, тестировать их, ну и попутно, типа, как тачка в придачку, типа, будет, вот, поэтому... Че, заехаться? Че, пацаны, пятнашка против ГТРа? Че, пацаны, великий заезд? Такое, блядь. Вот, и все, и как бы, блин, нормально, домик купили. Сейчас нужно как-то оплатить дом... Ой, квартиру вообще. Мы правильно едем к банку? А, мы типа, мы заправляться, да, ездили. Хуя себе так, ГТР жрет, неплохо, блядь. Кстати, там была не Роснефть, что Соснефть называется. Сейчас нету. Че нету? Сейчас нет? А когда, да? Это как понять? А когда надо? Интересно. А почему, кстати, Егор лагает? Интересно. Так, ну все, осталось дело за малым, друзья. В следующей серии, я думаю, что да, мы все-таки купим тачку. Тем более, там самый дешевый, типа, стоит 40, наверное. Но надо это, кстати, еще промониторить мне будет. Обязательно. Не в Невском же еще салоны есть. Самые дешевые машины, наверное, не в Невском. Короче, какие-нибудь надо тачки промониторить будет. Вот, типа, я не знаю, куда, какие и как. В какой салон мне ехать в следующей серии? Но надо будет что-нибудь купить вообще такой дешмой. Опасно, я вам скажу. Так, друзья, мы прибыли. А почему здесь инкассатор? Это тоже бегает, который извинялся за то, что... А, блядь, я не пристегнут был. Так, все, погнали. Сейчас момент истины, пацаны. Небольшой подгончик. Так, а что у нас? Давайте я чекну. ЖКХ? То есть просто раз в неделю чекать, да? Так, денежные операции. Перевести на счет. Блядь, я номер счета не знаю. Блять, хотел, так, знаете, неожиданно это сделать. Так, Здравствуйте. Не подскажете время? Время, сейчас гляну. Взглянул на часы. Без 23. Спасибо. Пожалуйста. Игорь, не подскажете ваш номер счета? Понял.
Он уже прочекал все. Он уже все прочекал. 680... Блять, да ебаный чат. Ну чё ж ты скр... 683... Сейчас не туда бы отправить. 683 470. 683... 683... 470. Давайте половину. Вот реально. Ровно. То есть получается... Ну типа 670 пополам от 335 тысяч. Все. А, с учетом комиссии. Ну нормально. Остальное на розыгрыш. Ну, блять, хотя... 300 давайте. 300, нормально. 300. С комиссией как раз получается пополам. Остальное на розыгрыш. Все. Егор. Ну, я просто Игорем его назвал, потому что он Игорь в игре. Ну, типа, Игорь же он в игре. Но вы не думайте, что я перепутал. Я думаю, что он меня понял. Ну, типа, то, что я его сейчас спросил, Игорь, не скажете номер счета. Это не то, что я забыл, что его зовут Егор. Его Егор-то зовут в реальной жизни, а в игре он, и, короче, вы поняли. Все. Чего, блядь? В смысле не могу делать? Кто мне, блядь, запрещает, я не понял. Блядь, какой опять счет? Сука, неудобно. 683-470, 683-470, 683, да блять, 683-470, скопировать, 470, нельзя скопировать, по-моему, так, 150, раз, два, три, 683-470, 150, раз, два, три. Yes! Все, друзья, мы сделали подарок, отлично. Так, это тебе подарок. Бинг кнопка и по очереди шоу нейм текст, шоу чат, шоу худ. А, да-да-да. Это тебе спасибо. Да, надо, кстати, бинды настроить. Все, ребят, на этой отличной ноте мы заканчиваем серию. Ставьте лайк, если вам понравилась серия, подписывайтесь на канал, если тут впервые, комментируйте. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.